Я считаю, что катастрофы, которые, к сожалению, обильно в августе проявляются, в принципе, никто такой статистики не вел. Всем кажется, что их больше, чем обычно. Если брать строгую статистику, в августе 31 день, и, в принципе, там катастроф больше, чем, например, в феврале, в котором 28 дней. Вот. То, что касается, конечно, были очень крупные катастрофы, допустим, подлодок «Курск». Это связано с тем, что, допустим, учения происходят чаще всего летом, поэтому больше вероятности. Политические всякие интриги, загогулины, там, дефолты, ГКЧП и прочие, те самые, то, что, да, переговорим.